год мы ждали этого события, друзья. Команда Квен ТВ, Икс, Мачес и Мучача. Команда Квен GQ, студенческое общежитие, друзья. Команда 3 богатыря. Команда Квен сборная МГИМО, ПАК, Елена Федотова, Анна Неделька, Олег Валенцов. Отлично, Дмитрий Вячеславович Тарасов, ваши аплодисменты. Всем привет, с вами команда КВН, ну и все! Зацепила меня, веселила меня. Команда КВН GQ, аплодисменты. Вот теперь, когда все в сборе, можем начинать. Мачес и Мучача. Мы все девчонки, и мы все так хотим. Ноги как у Кэндл, попу точно не будет. Я уеду жить в Лондон. ТВ Икс. Я уеду жить в Лондон. Я уеду туда, где большая вода. Так, стоп, это что за цирк? Студенческое общежитие. Команда КВН ПАК. Смотри, я дипломат, ничего не говори. Добрейший вечерочек. Ученый-ботаник попал в тюрьму. Пс, я эксперт по побегам. Это часть финал. Три богатыря. Если... У бабушки в сумке молоко. Она сумчатая или млекопитающая? Наши гости, команда КВН Машка. Сказал Анатолий Васильевич Туркунов, когда увидел первокурсников. Блин, опять все столы в трешке займут. А что будет делать Петр Порошенко после своего политического заката? После заката люди спят. Что сказала девушка за неделю до свадьбы? Никаких жабо! Жабо, как элемент европейского мужского костюма, относится к 18 веку. Как вам мое жабо? Моя панамка очень хорошая. Она была основана в 20 веке. У нас в музыкальном номере будет песня. А какие спойлеры бесят вас? У трех богатырей в музыкалке будет шутка про жабо. 5, 5, 3, 4, 4. Все судьи 6 баллов. Первыми открывать музыкальный конкурс, выходить на сцену. Сегодня в финале предстоит команде КВН ТВ Икс. Но мы здесь, и мы побеждаем! Вот так вот мы побеждали, и вам всем показали, как за кубок в финале GQ зал взорвали! Вот и наступил тот час, Мачес и Мучача. Мы все-таки ушли в закат, и я знаю точно, скоро мы увидимся. Именно так выглядит твой мозг на последней паре. Разносим вашу обувь бесплатно и без регистрации. Смотрите, все МГИМО танцует этот танец. Студенческое общежитие. Спасибо за сезон. Сборная МГИМО ПАК. Все мы тут крейзи. Неважно, как и какими именами тебя называют. Главное, что ты безумно, безумно любишь то, чем ты занимаешься. Вместе нас три богатыря. Я хотел любви, ты хотела есть. Нет, Максим, я не хочу с ней встречаться, потому что я скорпион, она весы. Сломала. Каждый доказал в стенах МГИМО для КВН самое место. Удивлена тем фактом, что крайне редко даже опытным командам удается написать третий конкурс. Вы большие молодцы. Достойный уровень у вас КВН, да, и реально было смешно. Я прям
хохотала моментами, очень так задорно. МГИМО — это круто! Самое главное, что вы добрались, что вы это сделали, сыграли три конкурса. Это достаточно сложно и достойно уважения. Вот, поэтому я считаю, что КВН МГИМО состоялся. Вы все большие молодцы. Я хочу сказать, вы очень классно держитесь на сцене, как профессиональные КВНщики. Если будете развиваться, наверное, все получится. Спасибо вам большое. Не останавливайтесь. Все это мне безумно приятно. Спасибо большое залу, спасибо большое нашему руководству, Игорь Александрович, Анатолий Васильевич, спасибо за всестороннюю поддержку КВН-движения МГИМО. Ребят, только вперед и удачи во всем. Звание чемпиона МГИМО, 50 тысяч рублей. Команда КВН, три богатыря! Спасибо вам, что ходите на КВН. Сезон 2018-2019 официально закрыт. Всем спасибо, пока.